бананы. Значит ли это, что в новогоднюю ночь надо есть бананы? Нет, Ангелина. Есть можно все, что угодно, но желательно, сидя на дереве. Да. Ну, конечно, я шучу. В новогоднюю ночь надо, как обычно, сидеть за праздничным столом в окружении любящих тебя людей. Смотреть телевизор, пить шампанское. Ну, естественно. А с утра прыгать по лианам и спешить занять очередь у водопоя. Хорошо, что рек в нашей стране много. Музыка и стихи Константина Меладзе «Океан и три реки». На сцене Валерий Меладзе и Виа Гра. Недолго и беги себе, беги. Слушаю, слушаю, слушаю жадно, не спеша, не дыша и деликатно. Из неба смело и гордо вытекали три реки. Невера, невера, невероятно, круто, но путано и непонятно. Одна река была как белый день, другая черная как ночь. А волны третьей были пламенем, но ожидала их одно. Наблюденье моряка. Слушаю, слушаю, слушаю жадно, не спеша, не дыша и деликатно. Все реки рано или поздно попадают в океан.